Сегодня мы должны, конечно, оптимизировать все затраты, которые у нас есть, и по администрациям, которые все здесь находятся, и муниципальные, и государственные. Поэтому мы в корне должны просто пересмотреть свои отношения к происходящему и в целом просто изучать, что происходит в стране, что происходит в округе. Оно бумерангом коснется. Не надо, чтобы у нас отдельная какая-то там республика, вот мы здесь живем, у нас ничего не поменяется. Конечно, меняется. Мы должны развивать и предпринимательскую базу сегодня, чтобы для увеличения налогов было помогать в этом, ну, в этом направлении тоже. Все мы работаем, так сказать. Мы сегодня не должны делать то, что сегодня как бы не требуется, не востребовано. То есть мы если говорим, что надо построить жилье, значит, направить свои действия на жилье. Потому что редко аварийного много, например, да? То есть все равно в любом случае есть там муниципальное жилье. Из бюджета все равно затраты, народ приходит и пишет, муниципальное жилье вы должны отремонтировать. Да? Хотя они тоже забывают о том, что они его должны содержать, текущее содержание. Ну, я думаю, что весь кризис, который сегодня есть, это он, да, он сегодня. Я думаю, но Россия страна такая, что она много чего пережила и сюда с достоинством выходила из этой ситуации. Я думаю, что мы выдержим здесь, в округе. Но надо, говорит, затянуть пояс и жить посредством.